Слышишь это? Это боль. Боль незнания. Однажды ночью я задумался. Ну точнее, вчера, в 5 утра. Я решил найти ответ. Мне нужно было пролить истину. Ну и я дал шанс каждому. Всем привет, ребят. Сегодня я сделаю маленький эксперимент-опрос. Почему же все-таки люди любят Хардстоун? Потому что, во-первых, сколько людей, столько мнений. А во-вторых, я как игрок Хардстоун, ну вообще нетипичный. Потому что для меня игра Хардстоун сама по себе отличная. Я с этим даже спорить не буду. Но, согласитесь, чтобы достичь какого-то хорошего ранга, допустим, топ-100 легенды, вам нужно потратить очень много времени, собирать попутно колоду, какую-нибудь одну из топовых, либо свою, и вы еще ненароком, помимо этого, денег вбухаете. С этим сложно спорить, это очевидно. Конечно, если вы не какой-нибудь очень дикий старожил, который постоянно играл с бета-теста, да, допустим. Но я про это сказал, это очень много времени, это первый пункт. И это не для меня. Я люблю получать удовольствие от игры без гринда, без задрачивания. Для меня Хардстоун — это такое сердце удовольствия. Понимаешь, да? Нет? Ладно. Давай посмотрим с тобой вместе, почему люди любят Хардстоун. И в конце, может быть, я скажу свои. Вот это вот очень интересный ответ, я его даже, наверное, первым поставлю себе на списке. Ну, смотри, таких людей всегда будет какое-то количество, потому что они заходят в игру, играют, им как бы норм, зачем им париться еще о чем-то. Да игр таких тоже много, тот же CS, Dota, LOL, люди туда просто заходят на пару часиков, проводят приятное время. Ну или не совсем, могут подгореть, правда, иногда, и уходят. Но это что же эмоции? Эмоции — это клёво, да! Или нет, может сгореть совсем, да. Ну чё мне тут сказать, это мимасы, в любой игре должны быть мимасы. Здравствуй, спутник. Ну, единственное место, где с тобой здороваться, да, если ты социопат или социофоб. В общем, да, если друзей нету, то как бы, да, это пойдет. Привет! Мы без тебя скучали! Пошел ты нахер, козел! Итак, мы перешли плавно к самому важному, к рандому. Рандом! Рандом — это самое важное в Хардстоуне. Вот смотри, если Хардстоун... Хардстоун — это хард и стоун, то есть сердце и камень, да? Если колода — это стоун-камень, то рандом — это сердце. Рандом — это сердце Хардстоуна. Вот когда-нибудь, только начав играть в Хардстоун, ты увидишь, что противник делает такую дичь, что ты бы никогда не поверил, что это возможно. Ты нервно нажмешь скриншот, принтскрин, да? И потом, когда ты начнешь считать процент вероятности, с какой вероятностью он мог это сделать, ты получишь эту цифру, ты достанешь дедовский калькулятор, ты посчитаешь, да, посчитаешь. Но когда ты увидишь эту маленькую цифру, ты охренеешь, что это так возможно было. Ты нервно начнешь курить, а так как сигареты были батины, то в тебя полетит батин-ботинок от самого бати. И когда ботинок ударит тебя по башке, ты поймешь, насколько это было охренительно. И ты сам захочешь это сделать. Ты понимаешь, ты захочешь, чтобы твоего противника, его батя, бил ботинком. Да, вот это то самое чувство. Эх, рандом — это азарт. Это то, за что мы любим Хардстоун. Вообще, на самом деле, было очень много ответов за стримы, то, что в них атмосфера клевая, в том, что это интересно, в том, что коллекционирование и так далее. Это все, конечно, правильно, и да, но у каждого Хардстоун по-своему Хардстоун. Я думаю, это так и должно быть. К любой игре должен быть свой подход, своя любовь. Мне интересно, кстати, ваше мнение, так что напишите в комментариях свои топ-3 причины, почему вы любите Хардстоун, а мои причины — это атмосфера, рандом и... Батин-ботинок! Карты, деньги, в два ствола, ну ты понял, да?